Пришло время продолжить. Мы пошли идти. Так, что там было? 32%. Добавляются проценты. Так, как обычно, долгая загрузка. И где я там? Хватай и беги. А, это я прошел. Какое-то новое задание, по-моему, начал. Последний компания сетевая испытание. А, так я понял, я и не сохранял. Я сохранялся в начале миссии. Ну, в принципе, есть шанс найти всех аспидов, переиграть миссию. Хотя не знаю, нужно это или нет. Просто ачивка. А, нет. Это что-то другое. Есть свободен. Недостаточно минералов. Кому навешать? Так, а на чем он? Зергов значительно больше, чем протосов. По предварительным оценкам, протосы долго не продержатся. Итак, план у нас следующий. Добраться до артефакта, пока зерги не смяли протосов и не захватили святилище. Тут вообще... О, реликвии вот эти надо собрать. Что тревога. Там? К базе приближаются сталкеры протосов. Входящее сообщение. У меня для тебя сюрприз, ковбой. Мародеры. Все как один специалисты в теории и практике большого взрыва. Не уверен, что сейчас подходящее время для экспериментов, Свон. Самое что ни на есть подходящее. Просто натрави мародеров на сталкеров и посмотри, что будет. Так, еще. Сотка. Приказы будут! Прилетаем готов! Слушай, ну неплохо разбирают. Нормально. Что еще? Че у него там? Урон. Десятка. Я уже заждался. Режим готов. Прочь с дороги! Что происходит? Есть. Требуются дополнительные хранилища. Что стряслось? Есть, сэр. Приказы будут? Ложись! Достаточно минералов. Режим готов. Что происходит? Режим готов. Не знаю, сколько они там продержатся, не помню, когда проходил, прилично пропусков поубивали, но развиваться-то все равно надо. Режим готов. Добраться до артефакта. Выкладывай.
инженерный комплекс надо построить. Тревога. К базе приближается стая зергов. Мой счет. Ну, такая себе стая, конечно. Ну тут и второй уровень есть, интересно. Что происходит? ЭСМ готов. Точняк. Так, база какая-то прям зажатая. Попробовать тут бункер построить. А? Ой. Доктора вызывали? Бункер. За твой счет. ЭСМ готов. Вооружен и опасен. Время действовать. Так, что еще там можно построить? У нас хранилище, комплекс, казармы, турель, вышка. ЭСМ готов! Улучшение завершено. За твой счет! Время действует! ЭСМ готов! Владишь ты. Как скажешь. Угу. Второй уровень прокачаем ЭСМ сразу. Готов. А броню потом. Мы теряем время. Еще бы. Только свистни. Хватит прохлаждаться. ЭСМ готов.
Давай, удиви меня! Лаборатория, реактор. Для Аспида лаборатория, для Голиафа тоже лаборатория. Хищник. Это гелионы могу делать. И сделаю лабораторию. Пристройка завершена. Почему бы и нет? Кому навешать? Быстрый и мощный танк на воздушной подушке. Хищник, я вот не помню, чей хищник это был. А, сплэш. Сплэш урон. Кому навешать? Где мародеры? Сколько их? Меня на 4. Давай, удиви меня! Отлично! О, прикольно. Улучшение завершено. Прочь с дороги! Недостаточно виспена. Да ладно. Так, два Голиафа, два Аспида. Гелионов я не буду строить. Смерть на пороге. Есть работенка. Так, погоди-ка. Арсенал построить. Бетон у нас есть, а это что, космопорт? Викинги. Убивать. Понял. Голиаф на связи. Так, ну я уже две редики вижу, здесь и здесь. Кара небесная! Я первый! Одна из четырех. А как же? Смерть на пороге! А нет, там зерги. И это все? Голиаф на связи. Но это надо будет как-то здесь обосновываться. Где тут базу-то можно построить? Сейчас. Смерть на пороге.
Кстати говоря, будем карту сделать. Кого подлатать? Есть! Ура! Сверхурочные! Улучшение завершено. Наземное, воздушное. В кого стрелять? Выкладывай! Смерть на пороге! А как его убить? Что сделать-то с ним? Улучшение завершено. Да. Смерть. В кого стрелять? Ну да, конечно. Зараза. А, он же взлетает. Вот это я вспомнил. А? Вовремя. Ага. Есть работенка. Так, ну и что там? Турелька где-то хотел построить. Космопорт построим. Угу. И потом хранилище. За твой счет. Будет сделано. Есть, сэр. Улучшение завершено. Есть! Здесь только викинг у нас. Красиво. Вот викинга потом и сделаю. Месторождение минералов выработано. Thank you.
Докладывай. Пристройка завершена. Улучшение завершено. Ага. Буди. Бегом, Марк! Что у тебя на уме? Месторождение минералов выработано. Кому навешать? Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Вооружен и опасен! Месторождение минералов... Так, это броня. Кому навешать? Месторождение минералов выработано. Скорее в атаку. Даешь разбой. Вертикальный взлет. А как же? Я создан для битвы. Улучшение завершено. Даешь разбой. Что, надо сюда врываться теперь? Месторождение минералов выработано. Скорее в атаку!
Каков наш план? Веспеновый гейзер иссяк. Что происходит? Сейчас рванет! Ага! Есть работенка! А! Чего пугаешь? Выкладывай! Того подлатать! О, быстренько строят! Что стряслось? Так, где там? Подрузить. А? Вот это мне нравится действовать. Победа наша. И чё? Коварно! Улучшение завершено. Конечно! Вот это мне нравится! Отлично! Вижу всё по-взрослому. Выдвигаюсь! Победа наша! Вот это мне нравится! Выдвигаюсь! Конечно! База атакована! С удовольствием! Победа наша! Какого... Мои ребята сейчас заберут артефакт. Артефакт у нас. Сматываем удочки. Я совсем забыла, какой ты изобретательный, Джим. Но я не повторю эту ошибку. Керриган. Ну, вроде ничего сложного. Главное, что вот самое крутое, что может быть. Реликвии собраны. Наверное, сейчас какая-то технология будет. Протосская.
Интересно. Разве уголовникам давали доступ к нашей базе данных? Просто стараюсь быть в курсе событий, капитан. Я смотрю, этой королевы клинков все боятся пуще смерти. А по мне так ничего особенного. Ты понятия не имеешь, кто она, верно? Мне-то какое дело? Ну, а Джиму дело есть. Они были близки. Погоди-ка. В смысле, они того этого? Очевидно, она была другой, пока ее не забрали зерги и не превратили в это. И Джимми винит в этом себя. Честно, если мы встретимся с ней лицом к лицу, не знаю, что он сделает. Такой женщине только одна дорога. О, негодяй. Что бы он понимал? Я застал Тайкуса за сбором информации о Керриган в нашей базе данных. Не знаю, какую игру он ведет, но доверять ему нельзя. Мэтт, мы с Тайкусом дружим уже давно. Вместе прошли через многие неприятности, и он ни разу меня не сдал. Когда легавые нас прижали, он взял всю вину на себя. Я начал жизнь с чистого листа, а его упрятали за решетку. Я понимаю ваши чувства, сэр, но... Я перед ним в долгу, Мэтт. Хватит об этом. Слушаюсь, сэр. Тяжко было снова столкнуться с королевой клинков, а, приятель? Тош, что ты знаешь о Керриган? У меня были друзья в Академии Призраков. О Саре ходили легенды еще до того, как она неожиданно исчезла. Немногие знают, кто такая на самом деле королева клинков. Теперь в ней не осталось ничего, кроме ярости. Что да, то да. Теперь мы должны убить ее, прежде чем она уделает нас всех. Ты знаешь, к кому обратиться? Ну вот они, мародеры. Даже не знаю. Пока потерплю с этими со всеми наемниками. Твои приятели Мёбиусы случайно не упоминали, что королева клинков тоже положила глаз на артефакты? Слушай, они просто дают мне инструкции. Да и какая разница? Нам все только спасибо скажут, если мы прикончим эту тварь. Я думал, что у тебя все вертится только вокруг денег, Тайкус. А почему бы мне не помочь человечеству и заодно не подзаработать кредитов? Да уж. Тонни Вермиллион в прямом эфире из студии UNN. Сегодня мы поговорим о печально известной королеве клинков. Ученые и военные предполагают, что эта загадочная особа появилась вследствие мутации человеческого организма под воздействием вируса зергов. Верно, Донни. Может ли быть так, что в теле предводительницы зергов бьется человеческое сердце? Меня беспокоит другой вопрос, Кейт.
Значит ли это, что возможен союз между тиранами и зергами? Донни, у нас нет абсолютно никаких подтверждений того, что после заражения тираны сохраняют свободу воли. Вы правы, Кейт. В таком случае остается один вопрос. Как убить королеву клинков? Это серьезный вопрос. Если ее не удастся нейтрализовать, то человечество обречено. Вот так вот. Так, ну арсенал. Что-то прокачать, может? Мародер. Ну, только наземное такое, но позырим, что. Скафандр мародера был создан на основе костюма огнеметчика МПК-660. Но по характеру мародеры не имеют с огнеметчиками ничего общего. 47% из них ни разу не привлекались к уголовным. 47% это прям достижение. И только 23% отбывали срок за убийство. Ну понятно. Система автоматической подачи гранат, интегрированная в костюм мародера, обеспечивает быструю сборку и подачу в гранатомет сотен типовых гранат карателя. Короче, гранатометчик. Должен сказать, шеф, увести артефакт из-под носа и у зергов, и у протосов — это высший пилотаж. Старею, силы уже не те. Так, вот он, мародер, а я головореза улучшал. Ладно, что с базой, пока не хочу. Я это все даже не знаю, 245 тысяч. Флот. Короче, наверное, пока не буду ничего прокачивать, пускай копится. Вы в порядке, сэр? Встретить Керриган после стольких лет. Вы должны остановить ее, Мэтт. Чего бы она ни добивалась. Что ж, сегодня мы ее обставили. Очевидно, ее тоже интересуют эти артефакты. Знать бы, зачем они ей. Так, лаборатория. О! Вон что-то изменилось там. Артефакт. Командир, я тут размышлял по поводу этих артефактов. Вы не волнуйтесь, я не проводил диагностику и не трогал их. Ну, по крайней мере, не напрямую. Короче, сынок. Хорошо, сэр, если угодно. Когда у нас появился второй фрагмент, интенсивность экранирующего поля пришлось значительно увеличить. Если у нас появятся новые фрагменты, придется потратить еще больше энергии бортового центра синтеза на поддержание поля. Значит, хранить эти штуки не только опасно, но еще и дорого. Что ж, чем скорее мы избавимся от них, тем лучше. Так, что-то тут менялось, нет? Короче, это я уже читал, но тут что-то изменилось. Так, кристалл все еще растет, и над ним образовалось поле антиматерии. Гравитационная аномалия, неизвестный феномен. Подозреваю, что кристалл вытягивает энергию прямо из корабля, но не могу отследить, как он это делает. Его молекулярная структура настолько сложно дифференцирована, что может сравниться со структурой живого организма. Созданная им замысловатая форма поддерживает прочность вещества, но при этом позволяет ему сохранять удивительную гибкость. Сплав, сделанный на основе вещества этого кристалла, мог бы стать совершенно ударопрочным. Ну, это для исследований, наверное, увеличение брони. Так, качано 7, значит еще 3 будет следующая ступенька. Так, ну позырим, что у нас.
пока вот так, ванадевая обшивка, улучшение брони, разработанной в арсенале и инженерном комплексе, дополнительно увеличивают запас прочности и здоровья боевых единиц на 5%. Обшивка создается из нового легкого сплава, называемого ванадием. Ванадий оставляет урон от оружия гораздо эффективнее, чем традиционное покрытие. Теперь любое улучшение брони, разработанное в арсенале или в инженерном комплексе, будет не только усиливать броню, но и увеличивать запас прочности механических единиц и запас здоровья органических единиц на 5%. Там микрокомпенсаторы. Улучшение вооружения в арсенале и инженерном комплексе повышает скорость атаки на 5% вдобавок к усилению урона. Автоматически восполняющиеся накопители сокращают время перезарядки всех орудий и боевых систем. Теперь все улучшения вооружения, производимые в арсенале и инженерном комплексе, не только усиливают урон, но и увеличивают скорость атаки на 5%. Выберем, наверное, атаку. Остальное потом почитаем. И вот компания. Личность установлена. Рейнер Джеймс. Да пошла ты тогда. Так, вот все, мостик. Какое там у нас задание дальше? Порт. Пристанище контрабандистов. Не помню, что. Вот здесь какая-то развилка с призраками. Короче, надо послушать. Мёбиусам нужно доставить еще один артефакт с мертвой планеты Ксил. Они уже посылали за ним команду специалистов, но пару дней назад те перестали выходить на связь. Думаю, им просто не повезло. Но мы все равно выбьем себе прибавку за вредность. Вот это нормальная тема. Танк охота. Друг, надо брать новый Фолсом. Там держит всех, кто когда-либо выступал против Менгска. Выпустим заключенных, и он не будет знать, откуда ждать удара. Когда надумаешь, сообщи мне. Ну это по-любому. Но надо сначала, наверное, танк. Нам пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов Конфедерации. Полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемников в Мертвецком порту. Ненадежный тип. Но он единственный, кто сможет взломать этот код. Поехали на Ксил. Вот, собственно. Морг, а не планета. Все обитатели этих руин отдали Богу душу много миллионов лет назад. Перед тем, как связь пропала, разведкоманда Мёбиуса успела доложить об излучении, которое исходит вон от той каменной громады. Чтобы извлечь артефакт, ученые даже притащили чумовую лазерную установку. Лазерную установку? Это не установка, а монстр какой-то. Если в распоряжении разведкоманды была такая техника, боюсь предположить, что могло стать причиной их гибели. Думаю, скоро мы это узнаем, партнер. Ну, зерги по-любому, куда уж без них. Так, удерживая клавишу Shift, вы можете отдать несколько приказов, которые будут выполняться последовательно. Это особенно важно при управлении лазерной установкой. Будьте начеку. Мы не знаем, кто их убил. Давай, удиви меня! А это у нас меня кто? На Муратёв? Всех! Приказы будут!
Почему бы и нет? Опять тираны-грабители. Священные тайны этого места не предназначены для чужаков. Вы заплатите за вторжение своими жизнями. Так, теперь мы... Стоять! Если мы сунемся к протосским пушкам, от нас мокрого места не останется. Свон, ты обещал осадные танки, где они? Не суетись, горячая твоя голова. Сейчас будут. Что такое? Эти осадные танки работают по старому принципу. В режиме осады бьют дальше и мощнее. Но в режиме осады они не могут передвигаться. Если захочешь их переместить, включи режим танка. Все ясно? Куда уж яснее. Осадный танк. Точняк! Где воронку делать будем? Так, что там? Д. Соло! На ударных! Задавим их интеллектом! Конечно! Отлично! Куда стрелять? Кому навешать? Выполняю. Чем порадуешь? Задавим их интеллектом. Нужно установить танки на возвышенности. Они разнесут этого сталкера в клочья раньше, чем он дойдет до нас. Сколько можно сидеть без дела? Кому навешать? Так точно! Вас понял! Положись на меня! Я не ищу легких путей! Я уже заждал... Говори громче! Приказ получен! Вооружен и опасен! Выкладывай! Приказы будут? Сколько можно сидеть без дела? Получен доступ к локальной сети базы фонда Мёбиуса. Расшифровка кодов безопасности. Передаю вам контроль над строениями базы. Зажигай! 174 гигаватта. Вся мощь солнца у нас в руках. Направляй эту штуку на ворота. И поехали. Установка в хорошем состоянии. Чтобы просверлить ворота, потребуется некоторое время, но иного способа попасть в храм у нас нет. Сэр, Толдаримы мобилизуют войска для атаки. Организуем защитный периметр и обороняем установку, пока не доберемся до артефакта. Хорошо, что у нас есть осадные танки. Выкладывай! Кого подлатать? Так. Положись на меня! Выкладывай! Ну, теперь что такое? Окружите установку бункерами и осадными танками. Если ее разрушат, нам никогда не добраться до артефакта. Готов.
сэр. Я получил доступ к тому, что осталось от сенсорной сети Мёбиуса. Я загружу данные на карту, чтобы вы знали, чего ждать от Талдаримов. ТСМ готов! Так, где-то же реликвии еще по-любому должны быть. Пристройка завершена. ТСМ готов. Уйди. Приказы будут. Говори. ТСМ готов. Улучшение завершено. Кто на номере? Требуются дополнительные хранилища. Что происходит? Да, да. Недостаточно минералов. Требуются дополнительные хранилища. Доктора вызывали? ТСМ готов! Вы посягнули на то, что
что испокон веков принадлежало богам. Правоверные не потерпят этого. Сэр, это протосские архонты. Если они подойдут достаточно близко, наши люди не выстоят. Перевожу лазерный бур в режим ручного управления. Можете использовать его для уничтожения протосов. Слышали? Разворачивайте лазер. Так мы сможем отогнать талдаримов. Так, а как ее управлять-то? Лазерный бур пробил внешний уровень защиты. Я воронку делать будем! Давай, удиви меня! Требуется дополнительное улучшение. Завершено. А? Угу. Здесь нельзя строить. Да, да. Требуется дополнительное хранилище. Еду. Пристройка завершена. Требуется дополнительная тревога. Приближаются воздушные войска противника. Черт подери! Это не просто корабли, это транспорт! Сбивайте их лазером! СМ готов! Брось с дороги! Сэр, я обнаружил излучение от нескольких протосских реликвий. Я отметил их местоположение на вашей карте. СМ готов!
Ну, вот если будет время, мы можем разнести хранилище лазером и забрать реликвии. Вот Стэтман обрадуется. Даешь разбой. ХСМ готов. Даешь разбой. ХСМ готов. Улучшение завершено. Так, лазером. Я создан для битвы. Улучшение завершено. Как скажешь. Кому навешать? Лазерный бур пробивает тепловой барьер главных врат. Ладно. Никто не вечен. Приказ получен. Смело. Ха-ха! Это победа. База атакована. Кругом враги! Месторождение минералов выработано. Хорошо. Скорее в атаку. И так разрывают нормально. Готов к трансформации. Приказ получен. Смело. На пороге.
Вперед, к победе! Так, пеники есть. Ну все. Улучшение завершено. Сэр, на подходе еще корабли. Нужно сбить их, иначе протосы высадятся прямо нам на головы. База атакована. Кругом враги! Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Вешать!